Добрый день. Испечем хрустящее ароматное печенье с ореховой начинкой. Ореховые трубочки. Для теста 1 чайную ложку соды перемешиваю со 100 граммами сметаны и оставляю. Соединяю 100 грамм мягкого сливочного масла и 100 грамм сахара. Взбиваю миксером до получения пышной массы. Добавляю сметану, пол чайной ложки соли. Перемешиваю до полного объединения продуктов. Добавляю муку и замешиваю тесто. Муку добавляю частями, чтобы тесто получилось мягким. У меня на замес ушло 250 грамм муки. Вот такое мягкое тесто получилось. Кладу его в пакет и убираю в холодильник на 25-30 минут. Для начинки 40 грамм поджаренных грецких орехов и 40 грамм сахара измельчаю в блендере в мелкую крошку. Начинка готова. Тесто достаю из холодильника, делю на две части. Раскатываю в тонкий пласт. Толщина около 2 мм. Круглой выемкой диаметром 9 см вырезаю заготовки. На каждый круг выкладываю по пол чайной ложки начинки. Начинку разравниваю по всему кругу. Каждый кружок сворачиваю в трубочку. Защипываю шов и выкладываю на противень. Всего из этой порции теста и начинки у меня получилось 33 печенья. Перед выпечкой смазываю печенье яйцом и посыпаю сахарно-ореховой крошкой. Выпекаются печенья в духовке, разогретая до 180 градусов. Печенья выпекались 18 минут.
получились ароматными, хрустящими, с приятным ореховым вкусом. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!